будет легкий салат. Это у меня сынок рука. Легкий салат готовим. У нас здесь колбаски 100 грамм, 10 грамм сыр нарезанный соломкой. У нас капуста тоже где-то 5 грамм соломки нарезана. Все положим вместе. И помидорчик 2 штука. Тоже соломки нарезаны. Это легкий, вообще легкий. И где-то половина кукуруз. Консервированный кукуруз положим. Вода отделяем и положим где-то половину наших кукуруз. Это солят ловки на наши котлетки. Это у меня сынок разговаривает здесь. Все, у нас хватит. Наш кукуруз. Можно сделать другой салат тоже с кукурузом. Добавлю майонез. Положим. И посолим по вкусу. Чуть-чуть. И помешиваем. У нас легкий салат готов будет. Вот так будем помешивать. Это на блюдо. Да, очень вкусно будет. У нас готов вот такие легкий салат на обед, на легкий ужин. Готово. Вот так выглядит. Ничего сложного нет. Все остальное нарезайте и поставьте майонез и все. И легкий, экономный, недорого. Начнем наши котлетки домашние. Теперь у нас здесь морковка 1, 2 хлеба я на воде намочила. Здесь курица у меня вот такие. Я выделяла из косточки, мне на косточке, я не выбросаю. Теперь все это мы будем фаршем с машином будем выделять. Все нашу курицу и морковку, и лепешку тоже через машинку. Фарш мы сделаем. Паприку положим. Где-то половину ложечку. И черный перец тоже чуть-чуть. Много нам не надо. У меня вот такие перец. Спайс. Где-то ложек положим тоже. Котлет. Какой специи есть у вас, положите, какой вам понадобится. Где-то ложек тоже. И посолим по вкусу. И все. Теперь будем помешивать и поставить, чтобы набухать наша лепешка. Морковка вместе наше мясо. Когда набухает, то мы будем сделать котлетки. Котлетки из курицы у нас сегодня будет.
Почему я морковку добавлю? Морковка чуть-чуть сочнее сделает. Курица, мясо. Теперь будем взбивать вот так с коспами до готовности. Наш фарш готов, мы выкатить вот так. Теперь закрываем что-нибудь. Я, например, на тарелочку закрываю. И поставим где-то часок, чтобы пропиталось наше мясо с нашей спицей. И наше мясо отдохнуло. Теперь возьмем и оформляем котлетки. Наши котлетки вот такие. Шарик сделаем сначала. Потом наши косточки с сыром положим. У нас рулочка готова. У нас 4 штука получится. И все. Больше нам не нужен. Теперь вот так с коспами сделаем. У нас здесь косточка. Края вот так закрываем. Теперь сыр положим. И закрываем. Закрываем хорошенько. Везде. Наша косточка здесь остается. Мы будем сделать фольга. Фольга сделаем. Теперь ровненьким сделаем наше мясо. Все, наша косточка мы будем сделать вот так. Все, у нас готова наша курица. Вот такие котлетки. Теперь на яйцо намазим. И на сухари. Потом будем жарить. Будем жарить. У нас везде наш сухарик должен. Вот такие котлетки получится. Все, наш сухарик, яйцо и сухарик положим. У нас готово. Теперь он нашу косточку вот так положим. Фольга. И закрываем. У нас масло горячее. Вот так закрываем. Хорошенько. Все, наши косточки вот так закрываем с фольгой. И положим. Потом положим на наше горячее масло. Закрываем везде. У нас масло горячее. Положим на масло. Горячее масло. Теперь положим по одну штуку. Потихоньку. И будем жарить. Вот так будем жарить. Готово наши котлетки. Теперь мы включаем и возьмем. Положим наше блюдо. Наше блюдо. Все у нас готово, выглядит вот так наше блюдо. Я пюре сделала. А наши котлетки вот такие. Сочные и сыр.
вас, поставьте лайки, напишите на наш канал.